Будьте решительны, как христианин. Многие считают, что став верующими, они освобождаются от всяких ситуаций. Пока вы живете, пока вы продолжаете бороться, будут трудности. Это может только испытать вас, но не уничтожить. В разгар трудностей, осуждения, запугивания, оскорбления, пропаганда клеветы, просто назовите их. Идите вперед. Я имею в виду, двигайтесь дальше, если вы призваны Всевышним. Спроси Давида, и он скажет тебе. Спроси Даниила, и он скажет тебе. Спросите Мишаха, Сидраха и Авдинага, они скажут вам.